Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Очаровательная Наташа Королева с 25 лет страдала от аллергии на пыльцу некоторых растений. Медики называют эту проблему поленоз. А благодаря своему слабому иммунитету, симпатичная украинка с каждым годом все сложнее переносила это заболевание. Устав от самостоятельной борьбы с недугом, Наташа обратилась к медикам, и те шокировали ее своим заключением. Из-за запущенности болезни ее слизистая стала гипертрофированной. Теперь, даже если аллергены отсутствуют, то у певицы все равно может быть затруднено дыхание. Как и полагается в таких случаях, 43-летней Королевой приписали диету без жареного, копченого и сладкого. Посягнули даже на самое дорогое – сало. Зато прописали активный образ жизни и занятия спортом. Наташа сначала растерялась, ведь при ее образе жизни все это просто невозможно. Но ей тут же на помощь пришел любящий супруг, который, по словам улыбающейся Наташи, несет дежурство у холодильника и, добросовестно подчиняясь советам врачей, запрещает ей все вредное. Ведь если Королева будет и дальше так невнимательно относиться к своему здоровью, то по прогнозам врачей она не доживет и до 50 лет. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!